Колода Тара Безумной Луны сегодня с нами. Именно этой очень интересной колоде. Смотрим такой расклад с таким ответом. Думает ли о вас загаданный человек? Что думает? По какому поводу? Что планирует? Давайте сначала мы посмотрим, кого характеризует колода, о ком речь. По семерке жезлов выпадает молодой человек, который активно продвигается по пути своего развития. Вот знаете, как был период, когда он блуждал в потемках и не знал, куда ему двигаться, как ему быть и что ему делать. Сгораемый страстью, он хотел найти выход, и вот-вот он уже подходит к тому моменту, к той точке осознанности, когда он осознает и поймет, что ему надо. Хорошо. Думает ли о вас? Может быть, меня смотрят по верховной жрице девочки несвободные. Девочки, которые сейчас пока, либо давно в отношениях. Либо это смотрят девочки, которые озабочены сильно домашними делами, семьей, уютом, детьми. Материнская энергия у карты Верховная Жрица. Также, может быть, меня смотрят девочки со способностями, с эзотерическими способностями, потому что Верховная Жрица – это ведьма. Так думает ли о вас? По карте 8 мечей тут идут какие-то страдания. Человек явно страдает, человек явно переживает и находится в ограничениях. Нет возможности двигаться. Рыцарь мечей, всего скорее мужчина, помоложе, воздушной стихии, либо просто очень дерзкий, порой агрессивный. А по такой карте иногда просматриваются абьюзеры. Но этот мужчина сейчас не может к вам двигаться. Почему? Потому что он от вас закрывается. Либо вы от него закрываетесь. И тут идет кто кого. Борьба, кто кого пересилит вот этой вот тишиной, вот этим вот бездействием. По рыцарю жезлов есть такое понимание, что страсть этого мужчины перетянет. Переиграет она его, и он двинется в вашу сторону. Кто вас думает? Карта влюбленная. У вас взаимные чувства. И такое ощущение, что отношения ваши либо тайные, либо просто вы не хотите их афишировать в социуме. Вы нравитесь друг другу. Вы выбрали друг друга на данном жизненном этапе. Но не все так гладко в ваших отношениях, как бы вам хотелось. Вы друг за другом подсматриваете в соцсетях, вы друг друга ищете на улице, вы хотите встреч, вы хотели бы взять и украсть партнера, а он также и утащить куда-нибудь на край земли. Очень много мечтаний, очень много иллюзий относительно друг друга. Вы не просто друг за другом наблюдаете, вы додумываете каждую ситуацию, каждый вариант действий партнера, додумываете, чем это может закончиться, и накручиваете себя. Такое ощущение, что тут кто-то уже вышел из отношений. По какой причине? Очень много кто-то вложился. И всего скорее... Это вы вложились так много,
и не почувствовали отдачи. Конечно, вы не почувствовали отдачи, был период, потому что человек-то блуждал. Человек был в лабиринте, он не знал, куда ему двигаться. Вы ему отдали очень много своей энергии, очень много своей души. А потом, не получив ответа, все скорее вы вышли из отношений. Ну, продолжаете думать друг о друге. Депрессуете и тот, и другой. По пятерке чаш вам кажется, что выхода нет из этой ситуации. Что ситуация тупиковая, что вы теряете друг друга со скоростью кометы. То есть пентаклей. И чем больше вы думаете о том, что вы теряете друг друга, тем ценнее и роднее, и ближе этот человек становится для вас. Девочки, меня смотрит королева пентаклей. Она очень гармонично вписывается в позицию верховной жрицы. Это девочка, женщина, которая знает себе цену. Очень возможно, что она в земной стихии, либо имеет серьезный ресурс. Если стихия другая, то девушка имеет серьезный ресурс. Она значима, она знает свои достоинства. По тузу жезлов. Страсти кипят у вас неимоверные. Мужчина, который о вас думает, готов превратиться в короля. Вы знаете, королева и король. Смотрите, они смотрят в одном направлении. Это все-таки пара. То есть тут получается такая ситуация, когда страсть молодого человека ведет к вам и делает его лучше. Не хуже, а лучше. И, кстати, об этом еще раз напоминаю, говорит вот эта вот карта, которая является сигнификатором в начале расклада. Она говорит о том, что мужчина о вас, думая, стремясь к вам, меняется, становится лучше, переходит на другую ступень своего духовного развития. Это здорово. Это здорово. Вы, кстати, вы превращаетесь в императрицу. Вы рядом с ним, если отношения будут иметь серьезное продолжение, вы превращаетесь в императрицу, И планируете отправиться к другим берегам по шестерке мечей. В неизведанное путешествие, но главное вместе, не так ли? Смотрите, идет игра за семейные ценности. Ваша пара стремится обрести гармонию в семье. Я вам искренне этого желаю. Вы оба хотите одного. Вопрос, какой дорогой вы к этому идете? Давайте смотреть на дно колоды. Знаете, почему у вас отношения сейчас, почему партнер к вам не двигается и отношения у вас не развиваются? Вы не в ресурсе по пятерке пентаклей. Ни у вас, ни у него нет ни моральных, ни физических сил для того, чтобы вырваться вот из тех оков, из тех ограничений, из того непонимания, которое воцарилось в вашей паре. Я надеюсь, что вы рано или поздно разберетесь, обретете друг друга и сможете вступить на новую ступень своего развития, изменить ту реальность, которая существует сейчас.